Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания в максимальной сложности, без смертей. 98-я ночь выживания, друзья. Мы пришли уже на пристань. Бери вкусняшки, бери попкорн, а мы продолжаем наше путешествие по джунглям Амазонии. Спасибо за твои комментарии, за лайкосики, огромное спасибо. Мы двигаемся дальше в джунгли и изучаем джунгли уже в образе дикаря. Мясо есть здесь? Мне нужно мясо еще взять. Правда, у нас есть мяском, но этого мало. Мне нужно больше мяса. Я хочу гораздо больше мяса добыть. Уже я понял, можно есть сырое мясо. Только нужно просто иметь с собой грибочки. 48 килограмм всего. О, сколько всего. Чашки мне не нужны, погоди-ка. А вода у меня есть 27. На той стороне у нас есть водичка. Пойдем-ка сейчас заполним водичку. И как раз пойдем дальше. Сегодня мы пойдем на крокодила. Сегодня мы пойдем в новую пещеру. Знаешь, я ж туземец. Я должен жить в пещерах и спать на земле. Пойдем на ту сторону. 47 килограмм. Мне нужно что-то скушать. Так, мне все нормально. Я хочу пару шишек, которых у меня нет, и все. Ну-ка, добыть гусеницами. Я, конечно, питаться буду и гусеницами. Чем угодно буду питаться. Давай на ту сторону. Заполняем водичку. Забираем все, что там мне пригодится. Мне осталось прожить буквально 2 дня, и будет 100 дней выживания. Без смертей в этом аду. Это реальный ад. Когда у тебя галлюцинации такие, это полный ад наступает. Что здесь интересно? Ай, вода! О-о-о-о-о-о-о! Кто? Кто где? Походу пиранья, да, была? У меня есть броник. Все нормально. У меня есть броник. У меня, кажется, много пиел. Присосалось. Не вижу никого. Да, это, кажется, пираньи покусали просто. Чуть-чуть слегка покусали. А, вон, смотри, респанулись. Ты видел, как респанулись? Они бегут. Огонь, огонь, огонь. На тебе. Какой меткий. 98 уровень. Черт, смотри, как хорошо вмазал ты мне. Иди сюда. Дикари, дикари наступают, ты посмотри, реально, галлюцинации просто прут. Они появились прям, я видел, как респанулся один из них. Забираем всю воду и катимся мы отсюда. Что я хочу есть? Пить, что? Пить хочу, хочу шишек еще. Хочу набрать фляг полностью, 100%, и отправляемся в пещеру. Я дикарь конкретный. Я дикарь, мы отправляемся в пещеры. Так, забираем всю воду. Вот вода, вот водичка. 97, достаточно. Выпиваем все, что находим, чистая водичка. Потому что я пить хочу, да, я хочу пить. Вода, вода. А, есть
попугай, кстати, сырое мясо. Мы заберем это сырое мясо с собой. А перья? Перья мне не нужны. Они много-много, кажется, вешают. Сколько граммов? Ну, они не очень-то, конечно, вешают, но они мест занимают. Мне не надо эти места. А я больше стрел делать не буду. Мне этих стрел будет достаточно. Все достаточно. Так, набрались, напились. Мы уходим отсюда. Погоди, тут есть кокос, кстати, да? О, водичка чистая. А, есть кокос. Кокос чистый. Выпить. О, выпить. Выпить. Нет, там нет ни черта. Ой, рыбка есть еще. Смотри, есть сырая рыбка. Так, я хочу еще, наверное, напиться воды. Нет, в принципе, не хочу. Ну, давай, на всякий случай, выпить. Все, забираем пару шишек еще наверху. Мне нужны шишки. Мне как раз нужны жиры. И хочу съесть сырое мясо. Да-да, сырое, именно сырое. О, паразитик. А какая разница, у меня есть грибочки. Так, съесть грибочек, все, все офигенно. И как раз гораздо проще нам ходить. Побежали, побежали, забираем бананы, кстати. А, места не хватает, погоди, давай сразу скушаем. Туземцы атакуют очень сильно. Так, погоди, как его взять-то? Съесть. Так, места не хватает. Места не хватает, можно, в принципе, подвинуть. Это подвинуть. Это же испорчено. Еще один, что ли? Нифига себе, сразу вдвойне. Галюники прут! Реально галюники прут! Огонь! Все, сейчас. Огонь, огонь, огонь. Стрела, вернись. Ух, мурашки по телу. Я тут пытаюсь бананы взять покушать, а тут пришли туземцы, пытаются меня убить. А, то есть галлюцинации пришли, пытаются меня убить. А забираем грибочки, вот, то есть грибочки, забираем шишечки. Меня реально же прет. Конкретно прет меня. А меня все прет. 98-й день выживания. Нам осталось прожить ровно двое суток. Нам 48 часов осталось прожить. Мы идем на крокодилово. Мы идем охотиться дальше. Мы двигаемся по джунглям, пытаемся найти себе смерть. Смерть пытается найти нас. Но понимаешь, это не получается пока что. Я живучий. Я живучий гаденыш такой. Так, где можно спуститься? Сколько времени сейчас? 7 утра. У нас много мяса есть. Крокодил здесь будет. Можно взять сырое мясо. Где крокодил? Крокодил, ты где? Я не вижу пока крокодила. Так, двигаемся дальше. Мы еще его найдем. Он должен где-то появиться. Обалдеть. 98-й день выживания. Это крокодил выходит, нет? А это просто как тень. А вот туземцы какие агрессируют. Очень агрессируют туземцы в последние эти дни. Темно слишком, я не вижу толком крокодила-то. Пеньки какие-то и все. Нет, это просто пенек, все нормально. Крокодила здесь пока нету. Туземцев тоже нету. Галюники меня прут конкретно. Что у меня по мясу? Что? Я хочу жрать, кстати. Я хочу пару шишек съесть. Так, у меня тут мясо, 7 кусков мяса на 2 дня. На 48 часов 7 кусков мяса. Смотри, смотри, я охотник. Я должен доказать, что я охотник 98 уровня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Огонь! Огонь! Оп, минус один. Огонь! Воу-воу-воу! Огонь! Давай, иди на один, ну! Давай, кто быстрее зарядит и стрельнет. Ах, ты застрянется, убегаешь, да? Нет, нет, далеко от меня не убежишь, все, исчез. А, я хочу застрелить поросенка куда-нибудь об глаз. Красиво. Туземец прибегает даже здесь. Обалдеть, каждые 5 минут они прибегают и дают мне бой. Понимаешь, уже последние 48 часов и... Ну, мне это нравится. Они пытаются проверить меня на выносливость. Так, мне нужно забрать стрелы. Потому что стрелы закончатся и будет проблема. А пока стрелы есть. 7 штучек осталось на 47 часов. Я не вижу крокодила. Возможно, когда галлюцинации крокодилов, леопардов, а таких опасных животных и нету. Но это не точная информация, потому что галюники... Я не сейчас с такими галлюцинациями хожу. Но они, видишь, как бывает.
Звон меня прет. Так, у меня мало энергии. Я хочу вздремнуть, кстати. Вздремнуть. Да можно прям, знаешь, прям тут можно вздремнуть и уже двинуться дальше. Потому что нужно набраться побольше. Энергия. Надеюсь, меня не сожрет крокодил, когда я проснусь. А хотя нет, мы дойдем до пещеры, я уже там вздремну, в пещере. Мы эту пещеру еще ни разу не ходили, я мне показывал эту пещеру. А там только батончики есть, чипсы и все, как мне помнится. Ну, конечно, и много скорпионы там тоже обитают. А мы доходим до конца, потом налево и вдоль скалы. Мы упираемся там уже, находим вход в пещеру. Вот когда светит солнце, еще вроде бы нормально видно, что... Но ночью, при таком состоянии... Это вообще жестко, ни черта не видно. Так, поднимаемся наверх. А, реально, в таком стене опасных животных я не вижу. Не наблюдаю. О, шишки наблюдаю. Жижечки мне нужны. Кстати, сколько у меня пиявок, сколько у меня всего на руках, на ногах, я сейчас гляну. Дойдем до пещеры, я обязательно посмотрю. Сколько у меня там всего этого добра. Туземцы, вы где? А, надеюсь, пещерок не будет. Ой, во-во, кто тут здесь? А, паук, где-то паук здесь. Возле бананов. А, ползают пауки. Огонь, огонь по туземцам. Испарился. О, еще один, вышел из него. Прямо из него вышел, огонь. Заряжай стрелу. Ну давай. На тебе. Там еще один, зараза. Давай стрелу. Да, давай, давай, натягивай. О, все, исчез. Ни копья, ни мяса, ничего у него нету. Там был третий, кстати. А вот третий. Огонь в него. Нормально отступал. Никуда я не отступал. Всех убили. Реально. Через каждые 5 минут они приходят. Они приходят, 5 минут пройдет. И ждем мы новых туземцев. Где вход в пещеру? Пойдем в пещеру, мы зайдем. Найдем скорпиона, есть мы его не будем. Потому что будет пищевое отравление минус 3, и кажется, еще паразит. А это не очень хорошо. Где вход в пещеру? Должен быть где-то. Где-то тут должен быть. Я, знаешь, так очень ритмично говорю вместе с такими голосами. Так, мне веревок не надо. Мне вообще ни черта не надо, мне просто нужно прожить еще 2 вопыть в опасных джунглях Амазонии! О, мед. Мед я заберу с собой. Давай. Так, куда он укатился? Так, стрелой вижу. Одень, а вот мед. Ай, не влази, давай-ка мы его сразу скушаем. Руки чистые, кстати, тут есть гнездо, да? О, гнездо мы заберем. Забирай гнездо с собой. Нужно посмотреть обязательно назад, потому что туземцы прибегают все равно. Они пытаются меня найти и убить. Я не вижу вход в пещеру, он должен быть где-то тут уже. Тут, по идее, 2 входа в эту пещеру. О, нашел. А давай-ка тут мы глянем, что у нас по ранениям. Сколько у нас ранений и где наше ранение. Так, мы глянем сейчас. Так, на руках. О, подкожный червь. Ну да, я спал очень много на земле, поэтому у меня подкожный червь на руке. А на руке на правой тоже подкожный червь. Тут у нас пиявки. А, пускай живут. Пиявки здесь. Тут пиявки. Ну и сколько пиявок присосались. Все хотят меня есть. Так, ну что, заходим в пещеру. Ну, наверное, тут я вздремну и зайдем уже ночью в пещеру. Давай-ка спать. Я туземец, спать могу хоть где. Мне все равно. Мы спим, достаточно. О, ничего себе, напугали меня. А я реально обосрался. Бей его, бей еще разок. Не хватает энергии, У меня аж дыбом волосы встали. Засранцы какие. Я только проснулся, только стал подтягиваться, а тут туземцы прибежали. Заходим. Кстати, что у меня по бронику? Ну, броник сейчас делать, конечно... Ой, я без броника, что ли, был? Серьезно? У меня, наверное, есть ранение. Ну-ка, глянем. А, тут нету. У меня нету ранений никаких, что ли? Ну, по идее, да.
Нет ранений. Одевай броник обратно. Заходим в пещеру ночью. Довольно страшно. Здесь бывают скорпионы. Тут есть железная руда. А в эту пещеру ведет два входа и два выхода. Ну, то есть, вход и выход есть. Так, что? Я хочу есть, наверное, да? Погоди. А я хочу все, погоди. Я хочу шишки, да. Я все это хочу. Это мясо я не выкидываю. Добыть гусеницу. Вот так. Ничего у нас не уходит в расход. Так, все, скушаем. Все мы скушаем. Это мясо я тоже съем. Осталось 2 дня. 2 дня осталось мне прожить 98-й день. Сейчас ночка пройдет, наступит утро. И останется мне 24 часа. Так, большая пещера, много проходов. Куда они ведут, я не знаю. Там что-то есть тут, да? О-о-о. Да-да, кстати, апельсиновый сок. Давай-ка заберем его с собой. Будем праздновать уже на 100-й день. А пустая банка. Чипсы! О-о-о, чипсы. Погоди, места не хватает для чипсов. Испорченный. Нет, это есть не буду точно. А еще один испорченный. А я это съем. Так, это я съем, это я сюда. А, вот сюда чипсы как раз. Пендюрин. Все. Тазианцы, вы где? Ну, надеюсь, в пещерах их не будет. Есть матрас, и тут можно поспать. Но я туземец, то есть я не буду спать, а на матрасах. Прислушиваемся к скорпионам. Смотрим, а есть ли железная руда в этих пещерах. Чтобы, мой друг, ты об этом обязательно знал. Как прет-то? Погоди. Реально как-то прет жестко. О-о-о, скорпион! Где тут есть скорпион? А, вот он сидит. Все, нет скорпиона. Мы уже, по идее, его ели. Минус 10 здравомыслия и 3 пищевое отравление. Нет, мы его выкинем к черту, он нам не нужен. А я ищу, чем можно здесь попитаться. Ну, конечно, кроме скорпионов. О, выход уже. Ну, довольно небольшая пещера. Есть чипсики, есть сок и все. Сейчас мы... Сейчас мы идем, друзья, наверное, на кокаиновую плантацию. И уже, наверное, там будем встречать рассвет 99-го дня. Нам останется последний ролик записать, прожить еще один денечек. О, перевязка, кстати. Перевязка мне нужна, потому что меня туземцы атакуют очень часто. Так, сделаем перевязочку быстренько. Так, от яда с табаком, с хвостом у меня есть. Нужно еще, конечно, будет делать. Потому что еще мне дальний путь светит. Неизвестно, куда мы еще пойдем, куда нас приведет. Ну, туземцы жестко нас пытаются убить. Я готов сражаться с ними. Где-то в той стороне у нас находится какая-то плантация. А 6 часов отдет на север нужно двигаться. Вот так вот нужно двигаться. Как я помню по памяти, по карте... по интуиции еще. Стемнело. Стемнело-то как. Погоди. Тут есть у нас растение. Заберем с собой. Черт, да. Темнеет как. Я ничего не вижу. Вот, реально страшно. Сейчас поднимется луна. Во, открытое пространство какое-то, кстати. Красиво очень. Тут бы, знаешь, красиво смотрелся бы закат. Но его нету. Ой, грибочки, кстати, от глистов. У меня мурашки бегают по телу. Мне очень страшно, потому что, понимаешь, прожил 98 дней, и умереть сейчас будет очень печально. Вон, кокаиновую плантацию, вижу здание. Пойдем в те здания уже, там мы можем поспать, наверное, до утра, набраться полностью сил и выдвигаться дальше. Последний ролик по зеленому аду, но пока мы двигаемся... Ну где вот туземцы? Вот знаешь, чем плюс галлюцинации, то туземцы хотя бы бегут к тебе и начинают тебя бить. Хрю-хрю-хрю! Кто это рычал? Пума, что ли? Или кабанчик такой? Хрюкал. Бежим, быстрее, мне страшно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Страшно очень. Там хрюкал, как бежит еще. Воу-воу-воу. Да, прибежали, туземцев нету. Реально страшно, очень страшно, дорогие друзья. Если тоже страшно, напиши комментарий. Мне страшно. Здесь мы не пытались выживать, здесь у нас есть постройка, кстати, сборник воды.
дождевой воды. Там у нас есть ловушка, можно бегать, посмотреть. Возможно, там будет какое-то мясо. Или не будет мяса. Вот ловушка. А, наверное, опущена. Можно, по идее, поднять, и будет здесь мясо. Но мяса у меня и так много. Так что мясо мне это дело не пригодится. Так, вернемся обратно. Довольно опасно вышел. О, погоди, здесь вкуснятина есть. Давай ее скушаем сразу же. О, поднялись, подняли. Сидеть чуть-чуть протеины, углеводики. Ну что, заходим уже в хибарку. Что здесь интересно? Давайте теперь посмотрим. Потому что здесь я не помню, что здесь было. Здесь были спальники. Здесь был мачете, кстати, который уже сломался. Тут есть пустые банки, можно их переплавить. Ага, если ты играешь в эту игру, то ты уже поймешь. Так, каменный нож есть. Спальники. Обалдеть. 98 дней прожили. 19 минут мы блевали. Обалдеть. Сколько мы... 180 километров мы прошли по джунглям Амазонии. Очуметь. Что тут есть еще интересного? Я тут все не смотрел. А тут у нас, походу... Темно, ничего не видно. Здесь ничего взять нельзя. А, взять нельзя. Здесь у нас ложка-поварёшка есть, древесный уголь. Он не нужен. А, и древесный уголь. Друзья, уже, наверное, будем заканчивать уже на этом ноте. И уже будем продолжать в следующем ролике. Нам осталось прожить буквально... прожить полтора суток и все. И будет 100 дней выживания при максимальной сложности без смерти. Друзья, спасибо, что смотрели до конца. Уже увидимся в последнем ролике по зеленому аду. А посмотри последний, оцени, поставь лайкосик, подписывайся. И до новых встреч. Всем спасибо и всем пока.